очень большое значение иконы Божьей Матери Трофимовской для нашего города. В 1500 году город Минск обрел иконы Божьей Матери Минской, а в 1612, столетием позднее, наши окраины города Минска обрели еще одну икону Божьей Матери Крупецкой. Вот ее список сегодня мы проводим из Кафедрального собора. В Покровский храм, который находится в Крупцах, на том месте, где был я в образ. Конечно, не только надежда есть, но есть наши церковные устремления к тому, чтобы традиции, которые были прерваны, возрождались. И, естественно, вот сегодняшнее перенесение, оно имеет под собой еще один шаг в развитии и возвращении к этим нашим традициям. И будем стремиться к тому, чтобы крестный ход из Покровского храма в архиерейский дом, это нынешнее патриаршее подворье, возродится, и наш город Минск еще будет иметь один святой день в году, когда мы шествием будем прославлять Пресвятую Богородицу, благодарить ее за покров над нашим городом и просить о заступлении над нашим городом и над нашей страной. Крупецкой тропар поем, Крупецкой! Господу мне все, скажите, мать себе, откуда мы идем ко мне, радость верят. В прошлом году мы уже отмечали юбилей 410 лет явления иконы Крупецкой Божьей Матери. Поэтому для нас событие это очень значимое и весомое. И я увязываю это несколько вот такие интересные события. В прошлом году, когда мы готовились к юбилею, разговаривали с нашими священниками, что было бы хорошо помечтать, чтобы явился нам первозданный образ Пресвятой Богородицы. Но одновременно мы поняли, что надо что-то делать, не только молиться, но надо показывать делами свою веру. И вот мы построили купель, то есть мы стали возрождать тот источник, на котором эта икона явилась. Стали облагораживать все. И чудо на самом деле. Вчера отец Виктор, наш настоятель, говорил, что я не мечтал никогда и не думал, что такое случится. Оказывается, вот такие мечты тоже исполняются на все Божье воле и Пресвятой Богородице. Ваше Высокопреосвященство, в эти дни пасхальная радость сама по себе, праздник живоносного источника, он всегда наполняет наши сердца радостью, потому что это день рождения наших двух престолов, Покровского и Крупецкой иконы Божьей Матери. Но и радость еще преисполняет Господь Бог молитвами Пречистой Своей Матери, и благодаря вам наш храм дополнился великой святыней земли белорусской. Никогда не мечтал об этом, сколько я в церковь хожу. Кафедральный собор – это место моего рождения, как церковного человека, и как священника, как и диакона. И я многократно почитал эту икону, но никогда в жизни не было у меня даже полмысли никакого, чтобы к нам сюда заполучить ее. Но Господь Бог так устроил молитвами Пречистой Своей Матери, что Царица Небесная водворилась, ну, скажем так, на своем месте. Это и благодаря вашему усердию, вашему ответу на советы Царицы Небес. Низкий вам поклон, Владыка, мы очень настолько рады, но очень рады. Христос воскресе! Сердечно! Христос воскресе!
Кстати, то, что отец Виктор говорит, что даже не сдержал подумать и помолиться. Но внутри была маленькая такая, наверное, иногда проскальзывала что-то. И вот это показатель того, что Господь ведь Он не только принимает нашу молитву, когда мы просим, дай нам вот это или это, еще что-то конкретизируем. Самая такая сильная, надежная молитва, святые отцы говорят, когда человек ничего не просит у Бога, доверяет Ему и говорит, Бог все знает. И вот по этой молитве Господь устроил все. В связи с празднованием 410-летия Крупецкой иконы Божьей Матери, это было в прошлом году, но в этот тоже, думаю, уместно. И в связи с 30-летием братства в честь архиестра Тига Михаила, настоятель прихода сего, протоиерей Виктор Беляко, награждается орденом святителя Кирилла Туровского первой степени. Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! И протоиерей Василий Дубовский в связи с 80-летием и во внимание к усердным трудам во славу Белорусской Православной Церкви награждается также орден святителя Кирилла Туровского первой степени. Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Всех с праздником, Божье благословение, да пребудет со всеми вами. Христос воскресе! Христос воскресе!